куда-то бежит во сне. Видите, как все отдыхает, а все равно бегает. Вот иногда делаешь такие кадры интересные. И у нас в приюте чудо собаки, будем так говорить. Вот этот диван мы привезли для работников приюта. Видите, как работники приюта вкалывают, а собаки отдыхают. Ну, наверное, так и должно быть. Видите, за день набегались, намыкались, а теперь во сне куда-то бегут. Смотрите, как они у нас посапывают дружно. Вот было бы все так во всех приютах, и душа бы спокойная была. А то, небось, где-то там лежат они, не знамо где, в каких вот приходится забирать животинок вот после стерилизации. Даже, вы знаете, вот без слез не взглянешь. Это что-то с чем-то. Конечно, над собаками чувствуется, даже издевались, потому что, когда руку протягиваешь погладить, они фактически шарахаются. Скорее всего, наверное, били их. Очень, конечно, тяжело смотреть на них, но реабилитация, любовь и забота делают свое дело, и они все равно возвращаются к нормальной, полноценной жизни. Но осадок, конечно, все равно у них остается.